Я же тебя просил, не называй меня малыш. Хорошо, малыш. Ладно. Ну, смотри, ты хотела в кино? Хотела. Хотела. Мы сейчас идем в кино. Прямо сейчас? Прямо сейчас, когда? Подожди, а денежка? Мне зарплату перечислить. Тебе зарплату перечислили? Малыш, тогда мне надо втрогать, потому что я хочу шампунь, мне надо крем, и там еще тушь со скидкой, я буду меньше. Подожди, подожди. Мы сходим трогать, но после кино. Мы сначала вот в кино пойдем, а потом трогать. Давай, хорошо? Да. Да. На что ты хочешь? На фильм. На какой? Ну не знаю, малыш, вот мне все равно. Все равно, да? Тогда я вот на этот хочу. На этот? Да. А что это? Это фантастический боевик. Фантастический боевик? Да. Там будут монстры потом из кровяха и живота, да? Да. Не хочу, конечно. Ну, ладно, давай. Да. А, вот на это пошли. А это что? Это триллер. Триллер? Да. Интересный? Не знаю, я не видел. Ну а зачем мы пойдем? Мало ли это будет неинтересно. Она сама выбирает. А ты что, не можешь? О, на мультик давай пойдем. На мультик да. Пойдем? На, о, на русском? На русском. Отлично, пошли. Да. В 3D? Нет, не хочу. Мне очки не подходят. Да. Все, выбирай сама тогда. Все, давай, выбирай. А на что ты хочешь? Я хочу на боевик. А на что еще? На что? Зачем мы тогда пойдем, если ты ни на что не хочешь идти? Ты же хотела в кино. Вот мы идем в кино. Правильно, я хотела. Почему я тогда должна идти на то, что ты хочешь? Я хочу вот на этот. Отлично, этого сегодня нет. Тогда на этот. Это документальный. А почему тебя все время что-то не устраивает? Меня? Тебя. Так мы идем или как? Или как. О, смотри, я выбрала. Хочу романтическая комедия. Хочу, хочу, хочу посмеяться. Это плохо будет. Откуда ты знаешь? Ты же не видел. И не увижу. Хочешь сказать, что ты не пойдешь? Нет, не пойду. Подожди, ты хочешь сказать, что я пойду одна? Да, пойдешь одна. То есть ты хочешь сказать, что это нормально, что мы решаем идти в кино вдвоем, а потом в итоге иду я одна? Тебе правду сказать или то, что ты хочешь услышать? Правду, которую я хочу услышать. Нет, ненормально. Так мы пойдем в кино? На что? На романтическую комедию. Малыш, ну ты же не хочешь. А мне все равно. Что? Тебе все равно? Конечно, тебе все равно, на что мы идем, тебе все равно на фильм, тебе все равно на меня, тебе всегда все равно. Что ты молчишь? Скажи что-нибудь. Что-нибудь. Ты никогда со мной не разговариваешь. Ты приходишь домой, открываешь только свой ноутбук и начинаешь там фигней всякой маяться. Ложишься спать, потом просыпаешься, опять открываешь и опять начинаешь что-то там значит, делать. Значит, я в ноутбуке фигней маюсь, а мы в планшетнике булькаем этому делом занимаемся. Я, между прочим, делом, да, занимаюсь. Да, делом, нефтью торгую. Я, между прочим, на нем работаю. Работаю, да. Почему же ты... А, то бишь, надо зайти на Facebook, проверить почту, это у нас такая работа. Да, работа. Работа. А тогда планшетник, мы ничего с ним не знаем, не разбираемся. Если что-то не получается, Юрочка, помоги, пожалуйста. А что это мне интересно не получается? Ну вот хотела фотки к письму приложить. И что? И что? Кто тебе в итоге их приложил? Ты в конце концов мужчина. И что? О том, что ты в технике разбираешься больше, чем я. Да, это у нас на генетическом уровне. Да, пусть это будет на генетическом. Я просто хочу сказать, что я на компьютере тоже работаю. Работаешь, да только что я денежек от твоей работы совершенно не вижу. Я твои тоже. Да, а ты не должен видеть денег, ты мужчина. Ты должен приносить их мне, а я должна их распределять в нужное русло. Ну конечно, да, это когда тебе что-то надо, то это нам надо. А если мне что-то надо, то это только мне надо. А тебе ничего не надо. Тебе ничего не надо, тебе не нужны новые шторки. Да зачем нам новые шторки? Нормальные висят, аккуратные, чистые. А не в клеточку, я хочу в цветочек. Я хочу, чтобы дома был уют. Уют! Чашки помой, которые второй день стоят. А ты ложку с собой на место положи, которую неделю возьми. Вещи по квартире не разбрасывай. Потому что нам нужен шкаф. Нам нужен, да? Да, нам нужен шкафчик и новые шторки. У нас с тобой ничего общего нет. Мы вообще друг другу не подходим. То, что мне нравится, не нравится тебе. То, что нравится тебе, не нравится мне. Знаешь, мы несовместимы. А зачем мы себя друг друга мучаем? Давай возьмем просто и расстанемся! А давай!
можешь расстаться. Так мы пойдем в кино или нет? Пойдем. На что? На романтическую комедию. Я хочу посмеяться. Хорошо, на романтическую комедию. Идем. Только не говори, что там много титров, и я не успеваю читать. А там что, много титров? Да, там много титров. Не, малыш, правда, давай не пойдем, а то я потом буду упрекать тебя, да? Вставай, вот давай пойдем на то, что ты хочешь. Нет. Вот на что ты хочешь? Я хочу на боевик. На боевик. Хорошо, пойдем на боевик. Угу. Вот видишь, мы опять идем на то, что ты хочешь. Только покупаешь мне большой попкорн. Хорошо, я куплю тебе попкорн. А ты будешь попкорн? Нет, я не буду. Я одна большой не съем. Я не хочу, я хочу. Все, я буду попкорн.